присмотреть новые книги, а заодно пообщаться с теми, кто их создает – иллюстраторами, редакторами и даже авторами. Такую возможность вот уже третий год дарит туликам и гостям города детский книжный фестиваль «Литературула». Это ведь поддержка очень многих направлений культуры. Это, конечно, книга, это, конечно, чтение, это книгопродажи, книгоиздание, привлечение людей к книге, к библиотеке. Это вот целое такое культурное пространство, которое очень сегодня востребовано в России. В этот раз фестиваль проходит одновременно на четырех площадках. Театральные и анимационные программы, встречи для иллюстраторов и комиксистов, мастер-классы, читки, общение с авторами – всего более 150 мероприятий. Хотелось познакомить просто читателей и создателей этих книг, чтобы складывались какие-то дружеские отношения, встречи. Это самое главное, когда дети понимают, что за книгой стоит живой человек и что это не просто набор букв. Мне кажется, что раскупленные книги и десятки детей на встречах с авторами, собственно, главный показатель. Значит, дети читают вопреки всем убеждениям. Читать, кстати, тоже можно прямо на фестивале. Для маленьких гостей «Литературулы» организованы интерактивные площадки и места отдыха. А на традиционной ярмарке можно приобрести книги более чем 30 издательств и пообщаться с их представителями. Этот фестиваль уже не первый год проходит, да, поэтому он как бы уже себя имеет свое имя, да, и вот вы видите, сколько здесь детей, и это очень прекрасно, поэтому сюда все тянутся издательства, которые связаны с детской литературой. В общей сложности в Тулу привезли более 4,5 тонн книг. Купить можно как любимую советскую классику, так и новейшую современную литературу. У меня маленький ребенок, и я купила несколько книг. Я вообще живу за границей со своим ребенком, и нам сложно купить хорошие русские книги. Мы стараемся учить ребенка русскому языку и русской культуре. И вот эти книги очень нам помогут, и вообще много замечательных изданий, очень понравилось, и все так здорово организовано. В этом году на фестиваль приедут иностранные гости. Французский писатель Жан-Поль Манген представит свою уникальную серию философских книг для детей. Продлится «Литературула» 3 дня. София Кириллова, Сергей Давыдов. Новости Тулы.